Вот, снимаю я на центральной площади. Ой, наши ребята. Наверное, НТВ. Русская телевизия. Откуда пришли вы? Откуда узнаешь, что НТВ? Потому что здесь пишет Россия. Ай, да ты что? Ну правда что? А Россия единственный канал НТВ? Не, я не думаю это толк. Я не знаю, сколько каналов есть там в России. Очень много, но НТВ лучше. Самое лучшее. Я знаю это. Ну надо же такое. А как ты узнал, что из НТВ? Да, конечно, но мозга надо смотреть. Не нос, мозга. Согласен. А мы снимаем сюжет про апельсины, про полицейские. Правда? Конечно. Ой, мама, ну что, я самый главный актер? Конечно. Ой ты, передайте привет товарищу Путину от меня, когда идете в родину, прошу вас. Хорошо, передадим. И товарищу Медведеву тоже. Хорошо, и передам. Они приезжают к нам каждый год там в Созополе, ага. В Болгарии, покупили себе несколько квартир. И в Болгарии тоже. Конечно! И пьем водка Путинка называется. Да, есть такая, да. Что говоришь, дорогой, я сам и жил в Беларусь. А раньше был в вакансии в Москве. И жил в однокомнатной квартире, называется палатка рядом, то товарищ Ленин, до Мавзолея. Правда? Не врю. Хороший русский язык и приятно всегда встретить почти соотечественника. Конечно! Мы, когда были советские времена, раньше, 27-28 лет назад, мы были неофициальные 16-й республики СССР. Ты не знаешь, ты еще очень молодой, он знает это, правда? Да, это так. А мы это кормили 15 так. республик в СССР и 100 национальностей с нашей помидоры, сигареты дали вам, а товарищ Брежнев нам дал петрол без деньги. Вот тебя, это братство. КПСС, БКП, вечная дружба. Мы здесь ни при чем. Вот так вот. Ну, спасибо тебе большое. До свидания. Друзья и товарищи, передайте привет родину от меня. Все, всего хорошего, передадим.